алкоголь, безусловно, является катализатором и уничтожителем трудовой части общества и в целом российского общества. У нас по прямой вине потребления алкоголя, табака и наркотиков в год умирает свыше 1 000 000 человек. Смертность, понимаете? Сюда еще поставьте социальные проблемы, это аборты, 1,5 миллиона в год и другие, ну, определенные сложности, которые происходят. Поэтому мы считаем, что тот объем и та доля алкогольного рынка, которая есть сегодня на территории Российской Федерации, с учетом, скажем так, той плотности на квадратный километр проживающего населения, является чрезвычайно опасной, да, и динамика потребления, смертности и социального фактора приведет или может привести к тому, если мы ничего не предпримем сегодня, к 2050 году сокращение численности граждан Российской Федерации. По нашим прогнозам, если остаться при действующей социальной политике и тех объемах потребления алкогольной продукции, в 2050 году численность граждан Российской Федерации составит около 125 миллионов человек. Вы понимаете эти цифры? А если предпринять те шаги, о которых мы говорим сегодня, то есть сократить долю потребления алкоголя с чудовищно высокой, хотя бы ее стабилизировать, мы не говорим про запретить, а хотя бы стабилизировать, то численность граждан Российской Федерации к 2050 году составит 155 миллионов. И вот об этом мы говорим в первую очередь, призываем всеобщее внимание, бьем в набат и, соответственно, требуем от правительства, чтобы оно более хладнокровно, более трезво оценивало происходящие события.